Боюсь уже представить, что в Ютубе. Не, ну я уже на этот раз попросил 25 лайков. Но вряд ли они набрали столько. А? Ну и всем хеллоу, ребята, вы на канале Games Мотел Лука. И сегодня в Pet Simulator 99 выходит новогоднее обновление! Уху! Через 2 минуты с половиной выйдет новое обновление. Ура! Так! 3, 2, 1! Updating now. Обновляется. Oh my god. Oh my god. Поко. Oh my. Офигеть, еще 5 новых карт. Блин, я в шоке. Так, ну мы ее можем покупать. Хи-хи-хи-хи. Деньги, подожди, че? А что сейчас случилось? Что мне сейчас показали? Блин, что-то мне кажется обновление какое-то скучное, если сказать правду. Ну, вы как бы уже знаете, что надо делать, правда? А мне сколько ждать? Опа, ТНТ. Смотрите, ТНТ. ТНТ. О, спасибо, спасибо, очень приятно. Только почему я получаю так мало денег? А, чё так мало стоит? Чё? Они стоят так мало. Чё это? А что это? Я что-то не понимаю. Какой у них все? Что? Ой. Офигеть. О май гад, я все, падаю. Всем пока. Новое яйцо? Все, это самое лучшее обновление. Простите, я каю. Но почему я не могу купить это? Потому что... Ладно, мои питомцы там фармят, надеюсь. Окей. Опа, опа, опача, опача. А я теперь могу купить его. Да почему? Я готов купить за 1200, просто дайте мне купить. Но мне, кстати, интересно, что это за палец вот тут. Аутотап? Подожди, я это могу купить. Чё, чё, я могу купить? А ну. Да, покупаем, покупаем. Так, 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 так. Что это, X-Large Christmas? А ну? А ну, что это, что это, что это? Что это, что это? Present cat. 200 экзист всего, я так, о май гад. А где он? Нету. Круто. Так, что это large? Нет, я хочу один. Так, что это? Всякая фигня. Отлично. О май гад, это минус. Это минус. Это минус тысяча... Это минус 1400 робуксов. Мне кажется. А, 3200 робуксов. А, не покупаем. Луки. Хочу. Короче, мы потратили все робуксы за 1 секунду. Не, ну просто лаки. Лаки, мне кажется, это хорошая тема. Так, идем в трейдинг плаца продавать что? Правильно, яйца. Яйцо.
Верис дается. А-а-а! Насколько они ценятся? Ну давай 400 тысяч. Офигеть. Офигеть. 180к! 200, нет. 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 Как минимум 250. 250. Что? Что? Нет, 250 и все. Чего вы такие наглые? Я не понял. Чего вы такие наглые? Что это снимаем, я не знаю, что. 250. Последнее. То, что я и думал. Так. Я хочу открыть яйцо. Давай. Open one. Так. Так, у меня 770 тысяч кемов. Это реально много. Ну, реально. О, нет. Ну, единственное, что я могу сделать, это просто сейчас вернуться через минут 20 и все просто. Подождем 20 минут, потому что странно, что происходит сейчас. Короче, прошло 10 минут всего. Но потому что я просто хочу играть. Самый сильный питомец на данный момент это вот этот Frost Axolotl за 182 тысячи. Давай 80. Окей. Чуть-чуть. О, ура, наконец-то. Так. Карта 61. Это еще что? Card Right into Preston. Они тупо украли игру Card Right into Rtide. Или как его? Ну окей, интересно должно быть. Надеюсь. Нет! Я вот спокойно смотрю видео, а тут... Блин, да это долго, слушай, не мое. Это слишком долго. Лучше идти в трейдинг плаца и там получить крутые пэты. Уже заходим. Вот чел говорит, why I can't go to плаца, бро? А я тоже. А вот это уже подозрительно, чё? Global alert. Trading plaza is currently disabled. Will be back shortly. Короче, ребят, походу должен будет сделать отдельное видео, потому что, как вы можете видеть, я не могу зайти. А я уже жду 10 минут. Я как бы уже на самом деле устал, так что, наверное, мы просто сделаем отдельное видео, как я трачу 700 тысяч гемов, и все. С вами был Games Motor Lucas. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь. А то... Да, и всем пока-пока.